Мы здесь. Снимаются все маски и голограммы, все вокруг представятся гласно своему эфирному коду. 1, 2, 3. Все чисто? Да. Синий на месте? Синий на месте. Синий говорит, что вы можете пользовать свой корабль с лужайки. Ох, ну да, это же надо было еще додуматься. Благодарю, дорогой друг Синий. Мы действительно могли сразу оттуда подниматься. Да, Синий, я прошу прощения, у нас сегодня такое было, мы сейчас погружались. Нам кто-то мешает сейчас работать? Потому что связь вырубается, у меня головная боль небольшая. Или это все нормально? Может быть, может быть. Я знаю, мы же интересны для всяких особей. Хорошо, дорогой друг, мы сегодня еще после работы собираемся вызвать нашего друга Амира с Плеяды, хотим сделать поездку. Ты хотел нам что-то завтра, сегодня сказать, значит, по поводу поездки. Нам вернуться перед полетом к тебе или сейчас что-то хочешь сказать? Проверяйте все. Проверяйте 10 раз. Хорошо. Как учил, будем обязательно делать. Благодарю. Хорошо, мы обязательно потом на обратном пути встретимся. Желаю всего хорошего. Хорошо, Верочка, давай. И садимся в нашу тарелку, в наш корабль. 1, 2, 3. Сели? Да. Хорошо. И на счет 3 начинаем подъем. Пространство абсолюта, пространство чистейших энергий и вибраций. Полетели. На месте. Если мы не в том месте, красный. 1, 2, 3. Какого цвета маячок? Ну, он зеленый, но как-то издалека, как будто красный. Хорошо. Давай сделаем так. И интересно, могу ли я использовать свой щит? Хорошо. Я сейчас активирую мою печать семи архангелов, направляю на окружающую нас обстановку и мощнейшим светом божественной энергии любви абсолютно сжигаю голограмму. Если эта голограмма, она сжигается, значит, 3. 1, 2, 3. Пошел свет. Голограмма. Отлично, мы в тарелке. И на счет 3 совершаем прямой полет в чистейшую зону пространства абсолюта, в поток абсолюта. 1, 2, 3, пошел подъем. Я не могу расслабиться, меня трясет. Как ты меня видишь? Пока еще не настраивался на тебя, мне надо посмотреть на тебя. Вот на видео, как ты меня видишь, меня не трясет физически? Я вижу маленькую фотографию, но сейчас я увеличу. Секундочку. Тебя морозит или что? Ну, меня трясет, да. Как будто морозит. Хорошо, Верочка, потерпи чуть-чуть. Надо закончить. Устанавливается маячок зеленый-красный. 1, 2, 3. Если это пространство абсолюта, поток абсолюта, зеленая лампочка загорается. Если нет, то красный. 1, 2, 3. Кому-то я сегодня хвост отрублю, точно. На информацию, что на тебя что-то накинуто. Вернемся назад в нейтральную зону. Нет. Хорошо. Мы на месте? Да, на месте. И у нас Архангел Ханиил нам помог. Мы благодарим Архангела Ханиила. Нам кто-то мешает, скорее всего, да? Мы на месте сейчас? Да, мы на месте. Хорошо, Верочка, давай сейчас начинаем работать. И сейчас мощный вихревой поток чистейшей космической энергии начинает закручиваться. Остается только твоя энергия и моя. Подними вибрации в комнате до максимального значения. Готово. На счет 3 формируется рядом ритовая защита. 1, 2, 3. Действует защита активирована. Хорошо, Вера. Мы на месте. Ну что, давай тогда начнем сразу. Будем заправляться энергиями или сразу вот паразитов избавляться? Как ты? Давай от паразитов, потом энергию. Давай, становись сначала. Ты? Кто из нас там больше пострадал? Встала? Да. В сканер. Хорошо. И я даю команду. На счет 3. Сканер начинает сканировать все пространство над тобой. Жиродное. Ты подсвечиваешь свои энергии изнутри. Белым светом показываешь и указываешь на маячки. Ну, на мне сетка золотая. Я она сейчас в клетке.
Отлично, хорошо. И от клетки выстраивается канал к ответственному и притягивает силы моего намерения ответственного в клетку-тюрьму. Один, два, три. Да будет так. А так и есть. Это гуманоид. Вот так. Гуманоид замер в клетке. Один, два, три. Хорошо, Вера. Сетка сейчас в клетке, да? Сетка в клетке. В тебе что-то есть? Смотрю. Включаем. Включай ручной сканер Плеяд и сканируй на всех космических частотах. Один, два, три. На мне, как, знаешь, яд какой-то от этой клетки. Клетки или сетки? От этой сетки. Хорошо. И я даю команду. И весь этот яд силы моего намерения выходит из твоего биополя, формируется в большой шар и зависает в воздухе. Начинает крутиться перед тобой и наматывает все микроны, полностью все наночастицы, малейшие структуры ДНК на этот клубок, как закончится, скажешь. Полностью, до последнего микрона, все чужеродное, весь яд выходит из твоего организма. Один, два, три. Ничего чужеродного в тебе не остается. Все в этот клубок наматывается. Много, Вера? Да, очень. Как нитками со всех тел вытягивает. Гуманоид в клетке? Да. Хорошо. До последнего микрона все чужеродное выходит. Готово. Отлично. И отправляю это в отдельную клетку лазерную. Один, два, три. Хорошо. Сейчас ты чистая, да? Да. Хорошо, давай я тебе сейчас давай сделай удар 200 тысяч герц и сожги все каналы. На счет 3. 1. Готовишь удар. 2. Концентрируешь всю свою энергию мощнейшим ударом в 500 тысяч герц, сжигаешь все каналы. 1, 2, 3. Удар. Готово. Отлично, хорошо. Посмотри, сколько тебе... давай сделаем тебе боевую защиту сейчас. Нам сделаем с тобой боевую защиту. Нет, нельзя мне делать боевую защиту. Мне надо тогда остановиться. Да? Давай, Вера, у меня силы уже на исходе. Что-то действует на меня. Меняемся местами. Вера? Да, давай. Знаешь, делай мне энергии. Просто открой, пусть они идут. Хорошо. И на счет 3 в макушку твоей головы начинает поступать 600%. До скольки поднимаем частоту? До 40, да? Давай. И поднимаем частоту твоих вибраций до числового значения 40 Гц. 1, 2, 3. Пошел подъем. Так, давай у тебя посмотрим. Меняемся местами. Я захожу в сканер. И я даю сканеру команду. Сканер начинает сканировать. Притягивает в клетку-тюрьму по каналу. Да будет так. От тебя сверху. Как накидка, но она как прилепленная к тебе. Прилеплен? Да, и она идет как до пояса. Хорошо. И силой моего намерения я эту накидку снимаю из своего биополя. Она выходит безболезненно. Отправляю ее в клетку-тюрьму. Один, два, три. Все, до последнего микрона этой сетки выходит из моего биополя. Знаешь, как жвачка. Я понял. Все, до последнего микрона из этой подключки выходит из моего биополя, отлипает. Я помогаю изнутри, подсвечиваю и отталкиваю от себя все микроны, все наночастицы чужеродной энергии. Есть? Да. Хорошо. И от этой накидки выстраивается силы моего намерения канал. И притягивает ответственного по этому каналу в клетку-тюрьму. Он становится нашим заложником. Один, два, три. Да будет так. А так и есть. В общем, смотри, вот этот чуть громче. Гуманоид, который с золотой сеткой на меня, который накинул. Да. И у него еще там притянулась команда какая-то, я не пойму, они как Грей, но они не Грей, ну, как другие гуманоиды, что ли, но в такой же тарелке, как у Грея. Мы сейчас проверим. Хорошо, дальше. Трое притянулось их. Это твоих или моих? Общих. Или общих, то есть да. Это общая работа. Хорошо, я подхожу к ним, замерли все в клетке, снимаются все маски и голограммы, все предстают передо мной в первозданном виде согласно эфирному коду ДНК. Один, два, три. Любое воздействие блокируется в 1000 раз. Клетка ставится под напряжение 200 тысяч герц. В общем, это военные Сириуса. Сколько их?
Ну, вот одно, один, Вера, один я тебя главный. А, чуть громче. Хорошо. Один главный, да. Хорошо. Так, у нас один гуманоид. Сколько у нас вообще каналов? Посмотри, пожалуйста. Смотри, они все соединены друг с другом. Хорошо, давай я сначала отобью все каналы от себя и блокирую все каналы, меняя полярность и мощнейшим ударом в 500 миллионов герц, в 500 тысяч герц, сжигая все каналы. 1, 2, 3. В общем, этот гуманоид с пирамиды в тарелке. С пирамиды. Хорошо. Сириус. Дальше. Канал ты отбил? Все отбил каналы, я спрашиваю. Один он был, к нему он отбился. И хорошо. Они между собой все связаны каналом, внутри клетки. Отлично. Так, сколько у нас их вообще? Один главный и трое второстепенных. Все четыре гуманоида, да? Да. Хорошо. Так, подхожу и спрашиваю. Они знают, куда они попали? Интерференты? Да, они знают. Они готовили налет. Они готовы к смерти? Они готовы уйти в галактическое ядро сейчас? Смеются. Кто? Главный. Главный? А в чем причина смеха? Пусть расскажет. Может, вместе посмеемся? Давай. Он сильней. Он сильнее меня? Да. Хорошо. И... Я прошу архангелов дать мне энергию. Активирую печать семи архангелов мощнейшим светом любви Отца. Сжигаю эту сущность. Пошел свет. Сжигает любую защиту. Делает его полностью немобильным. Не может воздействовать своей энергией. Не может воздействовать визуализацией. Не может вообще ничего делать. Сила любви Отца. Да будет так. А так и есть. Он защиту какую-то выставляет. И усиливаю поток энергии абсолюта. Прошу помощи Отца. И мощнейшим потоком света открываю окно над этой камерой. И мощнейший поток любви абсолюта сверху заливает камеру. 1, 2, 3, пошел свет. Да будет так. А так и есть. Нам пришел волк. Стоп. И он помогает тоже своей энергией пробить его защиту. Он, о, знаешь, отлично. Как в такой куб вокруг себя сделал из энергии. Хорошо. Благодарю волхва. Посылаю энергию благодарности. Пошел свет. Усиливаются потоки света. Такое желание сегодня какую-то тарелку сжечь. Пирамиду. Мы его пробили. Отлично. Что происходит? Свет обжигает его. Отлично, не останавливает. Идет свет. Пока на пол не ляжет и не будет молить о пощаде. Идет свет. Усиливается свет. Что с этими происходит рядом, которые? Не наблюдает. Хорошо. Они следующие, пусть будут в курсе. Они выполняли приказ. Меня это не интересует. Вы были в моем теле. Здесь я хозяин. Здесь я маршал в своем биополе. Мне это право дал отец. И не вы, в сущности, будете приходить и забирать меня право, которое дал мне отец. И мои энергии. Я вам сегодня покажу, как выглядит на самом деле. Вот он говорит, остановите, вы переходите границы. Мы переходим границы. Я не расслышал. Какие границы? Пусть объяснит. Олф ему говорит, что ты все видимые и невидимые границы перешел уже. То же самое предложение хотел сказать, но промолчу. Хорошо, Верочка, я жду тогда, описывая ситуацию. Я молчу, когда мне надо будет вступить, скажешь. И я даю, посчитаю от 1 до 3. И мощнейший импульс усиливается в 2 раза. 1, 2, 3 удары, пошли. Надо, он сам руководит. То есть... Все, понял, не мешаю. Вот они как диалог идет сейчас. Говорил... Гуманоид говорит, что я не знал, что они по твоим присмотрам. Он врет, он знал. Они готовили операцию на меня. Вот эти трое только что сказали. Я же тебе рассказывал, что я могу видеть их тарелки, Вера, да? Ну, вот они поэтому, ты их и заинтересовал. И они чувствуют, когда я это делаю. Я видел, как они тут гоняют над моим домом. Поэтому они тебя и хотели нейтрализовать.
Вот сейчас будет интересно, кто кого не будет нейтрализовывать. В общем, ты должен открыть портал, и он будет наказан. Тебя заберут. Ну, можно мне от себя хоть пару эмоций добавить этому существу или отправить прямо сейчас? Он уже получил свое. Хорошо, благодарю, Волк, за вашу помощь. Примите на этом месте мою сердечную благодарность. Открывается портал на чистоте этой сущности. И на сущности. Понял, хорошо. Значит, гуманоида, да? Или кто он, Вера? Сейчас, секунду. Я даже не знаю, кто он. Я даже не успел ни одного вопроса задать, как он вошел сюда. Вот кто нас колбасил сегодня. Хорошо. Он говорит, открывай портал в открытый космос, его примут. Открывая портал в открытый космос, 1, 2, 3 наверху. Против часовой стрелки он уходит в открытый космос, его там принимают. 1, 2, 3, портал закрывается. Встретили, Вера? Да, его в сетку в какую-то забрали. Так, подхожу к этим. Сколько их там сидит в этом, в клетке? И говорят, благодарю за работу. Закрывай портал. Закрываю, печатаю, растворяю. Кто говорит? Ну, его как полицейские какие-то встретили. Кто говорит, благодарю за работу? Эти сущности мне? Я не понимаю, я спросил за сущности. Да, вот эти полицейские. Прям. Которые в открытом космосе. Все понял. Межзвездная полиция, отлично. И ребятам привет. Хорошо, и подхожу к этим сущностям. Они там еще в клетке, которые да. С ним пришли. Хорошо, я спрашиваю, кто вы такие, как вы пришли сюда? Вам смешно еще или нет? Мы выполняли приказ. Я спрашиваю, вам смешно сейчас или нет? Нет, нам не смешно. Рассказывайте, какой приказ вы исполняли? Как звучал приказ? Поймать и уничтожить. И уничтожить. Обезвредить, уничтожить. Хорошо, как вы собирались меня уничтожить? Украсть душу? Делать глупым. Сперва убрать видение. У ангела убрать видение в своем уме, в своем технократном мире. Вы что, смеетесь? Что не понимаете, что я никогда бы в жизни не начал бы работать, если бы у меня не было высочайшей защиты отца? Вы что, против абсолюта пошли? Чем я вам мешаю, рассказывай? Чем я вам угрозу представляю, гуманоид? Вы из Сириуса или откуда вы? Да. Хорошо, рассказывай, для какой опасности я для вас представляю? Это ваш шанс сегодня уйти живым. Не знаю куда, но живым. Это ты за нами наблюдал. Я за вами наблюдал, я вас вижу. Я вижу ваши порталы. Нам это не нравится. Да? А и сколько таких, как я, наблюдает за вами? Вы всех видите? Да. Вам это не нравится, понятно. Мне тоже очень много не нравится. Как будем в этой ситуации поступать? Кому-то придется стать лояльным. И это буду не я. Потому что я человек, у меня есть душа. И мне ее дал отец. Эта искра живет во мне. И она больше стоит, чем вся ваша цивилизация. Ты не представляешь, что я могу силой своего намерения с вами сейчас сделать. Хотите, я вас в Греев превращу навсегда? Или в драконов маленьких, таких ручных, карманных? Вот я вам покажу, как цивилизация развита. Вы умеете летать на своих пирамидах, тарелках, а я умею такие вещи делать. Я уже подумаю, не начать ли мне сбивать ваши тарелки. Этого мы и опасаемся. Вот. А эта мысль есть. Поэтому я предупреждаю каждого. Я не знаю, сможете вы эту новость передать или нет. Трогать я вас не буду, вы сегодня видели моего учителя, он пришел сегодня для того, чтобы вашего смеющегося генерала показать, куда он попал. Поэтому я вас буду отправлять на чистоту открытого космоса. Если вас там встретят, значит, вы попадете куда-то в другое место. Но на вашу чистоту я вас отправлять не буду сегодня. Так, Верочка, мы все каналы, все вышло из моего биополя, ничего нету больше. Просканируй меня, пожалуйста. Ничего ли мы не забыли? Это тоже отравлено. И силой моего намерения я даю команду. Весь яд, который находится, все чужеродное от этих гуманоидов Сириуса, на их чистоте начинает выходить безболезненно до последнего микрона из моих всех 7 тонких тел. Передо мной формируется зеленый
шар, он начинает становиться плотным, на нем наматываются все частички, все наночастички этого яда, ничего чужеродного не остается в моем поле, все полностью наматывается на этот шар. Все нити выходят, наматываются на этот шар. Сила моего намерения, да будет так, а так и есть. Идет, Вера? Да, выходит. До последнего усиливаем потоки, все, до последнего микрона. В 50 раз усиливается, 1, 2, 3. Готово. Хорошо. И шар висит в воздухе. Сколько их там находится в клетке, Вера? Трое, да? Трое, да. И их надо вернуть назад в тарелку, в пирамиду. А зачем их возвращать в пирамиду? Чтобы они рассказали и убрались. Сначала. Это кто сказал? Волх. Так, хорошо. И сила моего намерения. Весь вот этот шар делится на три шара, и каждому летит в рот. Один, два, три. Забирайте назад, что вы мне послали. Весь яд назад. Одеваю их в это. Что они на меня одели? Всех троих. Один, два, три. Одел? Да. Все. Яд вошел в них? Да. Отлично, открывается портал на чистоте космоса, 1, 2, 3, я их вышвыриваю в космос, их там встречают, 1, 2, 3, да будет так. Так. Веселое начало дня. Готово. Закрывай, печатай, растворяй. Фу. Он говорит, что вам нельзя сегодня работать, потому что не только тонкие тела были повреждены, физические тоже отравлены. Благодарю. Мы всегда будем возвращаться назад. Не только сегодня. Вам нужно взять перерыв. Сколько? 10. 10 дней. Все понятно. 10 дней. Пить много воды. Вывести из физического тела. Будут еще новые попытки. Если я 10 дней не буду выходить в астрал, то, может быть, новые попытки. Ты будешь под защитой. Благодарю. Хорошо, Верочка, мы на сегодня закончили работу, как видно. Хорошо, давай сделаем запрос Амиру сейчас, мы объясним ситуацию. И я выхожу на связь с Амиром, командиром давай корабля. Давай эту клетку почистим. Хорошо, я включаю высоковибрационные фиолетовые лучи, 250 тысяч герц. И вы полностью все чужие частицы, которые находятся, выходят, вытесняются за пределы этой комнаты. 1, 2, 3, все чужеродное уходит. У нас есть сетка. Открывается портал в галактическое ядро на счет 3, 1, 2, 3. И эта сетка уходит в галактическое ядро на переработку. И все до последней микрона уходит в галактическое ядро. Все, что связано с этой энергетикой. Ушло? Да. Хорошо, Вера, закрывай, печатай, растворяй. Я уже мокрый сижу здесь сейчас. Ты не представляешь. Я руки вообще не чувствую. Мне все сводит. Вот онемеют они. Онемели я. Будем жить, не беспокойся. Появляются два водопада с кристальной чистой водой. 7, 8, 9, 10. Пошла святая вода. Как закончим, выходим из водопадов. Фух, как охладило. Ты чувствуешь? Вера? Нет. Трясти перестала, но руки онемевшие. Твои, да? Колито руки. Хорошо. И, значит, три поступает, начинает поступать. Я специальная энергия, восстанавливающая энергия, которая полностью восстанавливает твои, все твои функции. 1, 2, 3. Поступает в руки, вытесняет всю чужеродную, остатки яда выходит из твоего биополя полностью. Ставь маячок зеленый-красный. Как только маячок загорится зеленым цветом, ты кристально чистый. Ни одного молекулы яда в тебе больше нет. 1, 2, 3, маячок стоит и ждет твоей команды. Подставляй руки под воду. Вода вымывает все. Сила любви отца. Ни одна черная сущность, ни один яд не может противостоять. Все полностью выходит из твоего биополя. Вот он говорит, что это я имел в виду, востравлено физическое тело. Не пора ли нам получить какую-то более серьезную защиту против таких более серьезных сущностей, Вера, я вот думаю. Окрепните, получите. Благодарю. Пока вы под защитой абсолютно. Благодарю.
Благодарю, дорогой Волхов. Примите, пожалуйста, нашу благодарность за то, что вы присматриваете за нами. Подняло стимул. Ну, неприятно, конечно, было. Но это опыт, как и учитель мой Архангел Ханиил говорил. Это опыт. Хоть и негативный, но это опыт. Все будет хорошо. Вымывайся, Вера, полностью. Пока зеленый цвет не загорится, мы не выходим из водопадов. У меня зеленый, но у тебя красный. Хорошо. Я стою, жду. Мне чуть больше дали. Ой, такой холод пошел. Как охлаждающее. Кондиционер включаешь. Это. Зеленый у тебя тоже. А, отлично, выходим из водопадов. Давай сейчас я Амиру скажу. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и прошу соединить меня с Амиром, с Плеяд, командир корабля. Амир, Плеяды. Я здесь, мой друг. Дорогой друг, ты видишь, случилась такая ситуация на нас. Сириус тут сделал нападение. Сейчас мы не смогу. Мы должны отложить на 10 дней все наши планы. Нам сказали 10 дней отдыхать, потому что нас отравило немного вот это с ядом Сириуса. И мы с этим столкнулись в первый раз, поэтому учитель сказал, чтобы мы 10 дней не выходили никуда. Я прошу извинения за такую ситуацию. Это мы никто не планировал, но, оказывается, мы стали опасны для Сириуса. Если он в курсе того, что сейчас произошло здесь. Нас отравили ядом, на нас накинули сетки, и мы сейчас стояли тут 20 минут, вычищались от этого. А Межзвездная полиция забрала вот этого генерала, который там стоял и организовал на меня нападение. Пытаясь лишить меня разума и так далее, и так далее. Ну, видать, оценили наш уровень. Корабль остался без капитана. Нет, я еще. Ну, можно и так сказать. Пока да, но я жив. Я здесь. Я вот руку поднимаю. Все нормально. Я хочу сказать, я не сдаюсь. Я очень радуюсь. Я даже вопросы начал подготавливать. Все просмотрел про Плеяды, что я мог найти. Вот. Я так радовался. Даже на Земле ты выполняешь свою роль. Ты обезвредил пирамидам. А что я сейчас сделаю? Мне у нас не... всегда противостояние с Сириусом. А я обезвредил сейчас пирамиду, да? Да, ее заберут оттуда. Ну, какое счастье. Уже подумал бы, может, мне какое-нибудь такое оружие, чтобы сбивать их. Я их почему-то начал видеть в последний месяц, один-два. И они тут в моем районе летают, и они начинают очень быстро двигаться, когда я их начинаю видеть. Я включаю себе рентгеновское зрение, я их вижу, вот как самолеты летают. И они сразу начинают реагировать. Я не думал, что они меня засекут. Это было, так сказать, баловство. Но, с другой стороны, приятно знать, что и такие вещи может Плеядианец тоже использовать в своей жизни. Да, я исполняю свой долг, я рад этому, и все отлично, я просто извиняюсь, и мне очень жаль, что мы не сможем сегодня вместе полететь на мою родину, но отложим этот на небольшой срок, я тогда по-новому скажу. Хорошо? Это совершенно не важно, ты можешь полететь в любое время. Хорошо, только мы восстановимся с Верой. Вот, может, я и задам на Плеядах вопрос, может, они мне могут что-то дать для того, чтобы как-то противостоять этим высоким сущностям, потому что они, конечно, на миллионы лет развитие нас, но в нас живет частичка Отца, а в них не живет. Поэтому мы сильнее. В нас любовь. Ты плеядианец, ты уже сделал свою миссию, находясь на Земле. Выполнил. Еще не выполнил. Еще. Жизнь продолжается. Дорогой друг, посылайте мою энергию благодарности и любви. Прими, пожалуйста. Говорю про частичку Плеяд в тебе. Ты смог обезвредить пирамиду, находясь в земном роботе. Амир, я могу больше пирамид обезвредить. Честно скажу, у меня уже есть план, как их обезвреживать. Но мы поговорим тогда в более такой обстановке, уютной, надеюсь, и без лишних, так сказать, космос имеет уши, нам сказали, поэтому я не хочу, чтобы о наших планах знали, о моих планах другие цивилизации, которые нам не дружелюбны. Благодарю за то, что связался со мной. Вам нужно выходить. Благодарю, Амир. Всего доброго. До скорых встреч. Энергию любви и благодарности нашего общего создателя. Прими, пожалуйста. Прощаемся с ним, Вера. Все, мы закончили, Верочка, или что-то еще осталось?
Хорошо, все, давай тогда садимся на счет 3 в тарелку. 1, 2, 3. У нас Волх здесь, его поблагодарить нужно. Дорогой Волх, я не знал, что вы еще находитесь здесь. Я благодарю вас сердечно за вашу помощь. Без вас бы мы, безусловно, не справились. Я просто почувствовал эту опасность. По-любому я бы вас вызвал, но я не знаю, успел бы я или нет, потому что эти сущности были настроены действительно из меня сделать полного идиота, и чтобы я перестал видеть. Но все благодаря вам нормально. Примите, пожалуйста, мою искреннюю энергию любви и благодарности. Нас делает очень счастливым тем, что вы являетесь нашим учителем, строгим учителем, и наряду с Амалией, со всеми, с Архангелом Ханиилом, всеми другими учителями, мы благодарим Отца за то, что Он нам дал таких учителей. Принимаю вашу благодарность. Благодарю. И вам нужно срочно выходить, чтобы излечить физические тела. Хорошо, есть. Слушаемся. Прощаемся с ним, желаем всего наилучшего. Мы тогда заканчиваем работу. Верочка, садись в тарелку. 1, 2. Садись в наш корабль. 1, 2, 3. Называется, заодно и за хлебом сходили. Все. И приступаем к расформированию нашей комнаты диагностики. 1, 2, 3. Уносится в галактическое дро. Все, возможно, открытые двери, окна. Закрывается все на переработку в чистейшую первичную энергию. Абсолют. 1, 2, 3. Готово. И переносимся на наше место в нейтральную зону Млечного Пути. 1, 2, 3. В дороге становимся невидимы. 1, 2, 3. Голова полностью прошла. Полностью. Здесь. Отлично. Выходим из тарелки к нашему другу синему. Приветствуем вас, уважаемый друг синий. Приветствует нас. Он в курсе наших сегодняшних приключений, да, уже? В курсе. Вот же ж космос, опасная вещь, Вселенная. Я и не думал, что так у вас больше экшена, чем у нас на Земле. Но на самом деле так и есть. Мы справились со всем, все нормально? Есть замечания, пожелания? Вам нужно выходить. Благодарю. Хорошо. Мы прощаемся с ним, посылаем наши. И нас не будет дней 10, уважаемый друг, поэтому я прошу понимания, и как только станет лучше, мы тогда поднимемся. Хорошо? Да. И на этом месте давай, я же не могу ему, давай мы сделаем вот это кокосовое молоко, его любимое. 1, 2, 3. Вот эта крыночка появляется, сосудик. Передай ему, пожалуйста. Готово. Кто знает, когда мы в следующий раз придем. Энергию благодарности и любви от нас прими, пожалуйста, дорогой друг. И, Верочка, на счет 3 отвози меня назад, мой биоробот. 1, 2, 3. Подключай, синхронизируй меня с каждой извилинкой головного мозга, с каждой клеточкой. Проходит полная синхронизация. Готово.